поручил барышне по печенью судьбы и искусству дерёжки кучера, обратимся к молодому нашему любовнику. Целый день Владимир был в разъезде, утром был он у жары своего священника, на силу с ним уговорился. Потом поехал искать свидетелей между соседними помещиками. Первым, кому явился он, основной 40-летний корнет Троин, согласился с охотой. Это приключение, уверял он, напоминало ему прежнее время и гусарские проказы. Он уговорил Владимира остаться у него, а отобедать, и уверил его, что за другими двумя свидетелями дело не станет. Да в самом деле, тотчас после обеда явились землемер Шмидт в усатых шпорах и сын капитана-исправника, мальчик лет 16, недавно поступивший в лани. Они не только приняли предложение Владимира, но даже клялись ему, клялись в готовности жертвовать для него жизнью. Обязан он был лучшею, драгоценнейшую